Всем друзьям большой привет! Сегодня будет очередной выпуск похвастушек, но он будет необычный, не будет никаких распаковок, никаких посылок. Дело в том, что все, что я сейчас покажу, приходило в разное время, без красивых упаковок, замотанное кое-как, и наконец накопилось достаточное число этих посылочек. Возможно, вам будет интересно на это глянуть. Но все эти посылки объединяют одно. Все эти посылки из Китая, все это фигурки, все они смоляные и все женщины. Такой вот бабский батальон. Это студентка, комсомолка, спортсменка. Наконец она просто красавица. Что ж, давайте начнем. Итак, первая фигурка, наверняка многим известна. Это женщина-танкистка. Оригинал отливает фирма Armor 35, если я не ошибаюсь. Ну, а это ее китайская реплика. Честно говоря, сравнить я не могу. У меня оригинала нет. Я имею в виду сравнить по качеству. Как по мне, так меня устраивает. С ней вместе в комплекте шел такой вот ящик, на котором она типа сидит. Вот такой вот ящик. И вот такой вот автомат. Обратите внимание, да, что кисти рук вот именно отлиты вместе с автоматом. Следующая фигурка, это тоже девушка-танкистка, тоже в оригинале Armor 35, но в нашем случае снова Китай. И в отличие от той первой фигурки, я так понимаю, отлита где-то в другом месте, потому как цвет смолы отличается. Вот так вот она выглядит. Вместе с ней у нас есть шлемофон, отлит одной деталькой, и комплект из рук, я так понимаю, кобура пистолета. Вот такой вот нехитрый наборчик. На этом военизированные девушки как бы у нас закончились. И дальше у нас идет сет из четырех фигур, которые, ну, я называю девушки-мойщицы. Они по задумке авторов данного сета моют автомобиль. Так, первая выглядит вот так вот. Ну, хочу сказать, честно говоря, чтобы особо впечатлила отливка, я не скажу, так как, ну, вот лицо, да, у нее, ну, узнаются черты лица человека. Но, честно говоря, я как бы сталкивался с теми же фигурками в пластике, которые выглядели лица более реалистично, чем в смоле. Как бы говорят, да, смола это супер-пупер. Ну, возможно, так и есть. А это китайский косяк. Но, в принципе, чем хороши эти фигурки, тем, что, ну, честно говоря, якобы нигде в пластике ничего подобного не видел. И для разнообразия, почему бы их не приобрести. Сразу скажу, что все, что я покажу, ну, и показывал, покупалось не просто так. В голове у меня уже сформированы диорамы. Естественно, все они на одну диораму не пойдут. Будет несколько диорам. Но все они будут использованы в той или иной степени, в той или иной диораме. А когда это будет, прогнозировать тяжело. Идеи рождаются быстрее, чем они реализуются. Но я думаю, что когда-нибудь мы дождемся. Итак, первая фигурка вот такая. Следующая вот в такой интересной позе стоит. Как видите, у нее здесь испитатель от подбородка к груди, да. Его нужно будет удалять. Причем на многих фигурках такой испитатель есть. Такая вторая, то есть как бы облокотилась на что-то, такой скромной позе. Третья фигурка вот так стоит на одном колене, видно, там тряпку мочит или что она там делает. Вот так вот она выглядит. Рука отдельно, я ее покажу. И четвертая фигурка из данного сета, опять-таки сидящая, ну, на капоте автомобиля девушка. Вот так вот она выглядит, тоже куда-то смотрит вдаль. Еще одна планочка с руками, три руки. Одна для одной девушки, две для другой. Ничего особо такого не представляет. И в дополнение к ним два вот таких вот ведерка. Вот это все, что входит в данный сет мойщица машин. Хочу сказать, что нигде я не видел эти фигурки по отдельности, только вот так вот комплектом. Ну, может быть, вам повезет и вы где-то найдете одну, две или три по отдельности. Следующие фигурки объединены такой одной тематикой. Их можно назвать как пляжные девушки. То есть они как бы подразумеваются, что сидят где-то на берегу, отдыхают, пьют, гуляют. Короче, ведут раскрепощенный образ жизни. Вот такая вот первая русалочка. Сразу скажу, что все эти фигурки тоже нонеймные, неизвестных китайских производителей. Сделаны в подвалах каких-то китайских мясокомбинатов. Но так как у нас особо не представлена эта категория товаров, то спасибо китайцам и за это. Значит, к этой девушке в комплекте дается рука. Такая вот длинная. Вторая девушка лежит, отдыхает. Хочу сказать, что вот эти вот девушки, которые сейчас буду показывать, их легко найти, ну, на просторах AliExpress в разных вариациях. Они продаются как по отдельности, так и сетами, причем
в разной комплектации, то есть каждый может найти для себя, для своего кармана, по толщине своего кошелька, ну и по своему настроению, то количество девушек, которым как бы захочется. Вместе с ней у нас идет опять-таки одна рука. То есть, как видите, в сборке они не просты, а очень просты. Очередная гламурная фифа. Вот так вот она выглядит, облокотившись, лежит себе, балдеет, что-то там рассматривает. Опять-таки рука нашей барышни. Самая такая раскладная барышня из всех. Это, по идее, фигура в положении стоя. Как-то к ней ноги подсоединяются. Вот так туловище. Как-то руки к ней крепятся. Какая-то слева, какая-то справа. И, по сути, барышня стоит. Но ведь у нас она получается, если так по запчастям посмотреть, то расчлененка еще та. И тяжело представить, что оно будет. Ну вот, как бы лицо. Да, здесь у нас подпешник. Все как бы есть. Следующая барышня тоже у нас представлена в сидячем положении. В таком, я так понимаю, в закрытом купальнике. Сидит на песке, загорает. Имеет она вот такую вот голову. И комплект рук. Одна согнута в локте, другая прямая. Вот интересная фигура. Это девушка-блогер. Почему блогер, вы сейчас поймете. Тоже там, видите, в очках такая интересная барышня. Стоит на коленях, ни на что не намекаю. Идут в комплекте руки без кистей. Обращу ваше внимание. А почему? Потому что в кистях у нее зажат фотоаппарат. Если я правильно понимаю. Ну или что-то такое похожее на фотоаппарат. Вряд ли, что это джойстик от приставки. Очередная ползающая женщина. Вот она так выглядит. С длинными волосами. Вот так вот отставила задницу. С ней в комплекте, что интересно, помимо руки, идет вот такая вот черепашка. Что, кстати, очень приятно, так как такие всякие мелочи, они здорово оживляют любую диораму. И еще одна длинноногая красавица. Ее особенность заключается в том, что помимо того, что она в очках, она пьет какой-то коктейль. Как видите, да? В руке у нее зажата. И это была последняя пляжная девушка, но не последняя в нашем таком обзоре, а последняя, единственная в такой вот коробке с намеком на оригинальность. Это Task Model. Здесь у нас помимо фигурки есть еще рисунок, вернее фотография того, что идет в данном наборе. Это тоже женщина, но немножко, конечно, выбивается из всего образа, который мы только что видели. Это уже пожилая женщина, довольно-таки пожилая. Ну и с ней какой-то вот собачонок. Вот сама фигура бабульки. Ее аксессуары. Личико со шляпкой. Ручки, сумочки. Ну и собакен. Вот такой вот приятный щенок. Как бы все вместе получается. Это воспитательница и институт благородных девиц, да, куча девчонок и одна среди них бабушка, которая присматривает за их целомудрием, порядочностью. Вот, собственно, и все добро. Вот так вот оно выглядит, все в пакетиках, чтобы не потерять те, чья рука. Вот, как бы, чем хотел с вами поделиться. Ссылочки я постараюсь не забыть вставить под видео на всю эту красоту. Может, кому-то пригодится для его работ, для его творчества. Если пригодится, будет только рад. Ну, на этом все. Всем удачи и всем пока. Это просто праздник какой-то.